Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала. С вами Наталья, канал «Цветы моей души». Сегодня я вам хотела бы рассказать о таком садовом инструменте, который называется плоскорез Фокина. Возможно, что многие из вас уже с ним знакомы. Я, честно говоря, о нем узнала буквально недавно. Дело в том, что я очень люблю ковыряться в огороде. У меня есть и много цветов посаженных, и различные грядки под овощные культуры. Но у меня, к сожалению, больная спина. У меня протрузии в позвоночнике, поэтому многие работы мне выполнять достаточно сложно. Копать грядки, например, я совсем не могу. Мне помогает в этом мой муж. И вот моя знакомая сказала, что вот приобрести плоскорез Фокина, и если приобрести, то он во многом нам поможет, именно нам, садоводам, в обработке наших грядок. И я вот решила приобрести его и хочу вам о нем немножко рассказать. Конечно, лучше было бы вам показать его в деле, когда уже начнутся садовые работы, но пока еще у нас на улице зима, лежит снег. А может быть, кто-то из вас захочет его купить заранее, еще до того, как начнутся у нас уже полевые работы. Итак, в данном случае у меня два плоскореза, то есть это такой набор, называется плоскорез один большой, вот он, да, и плоскорез малый. Немножко из истории того, что же это такое за изобретение. Во Владимирской области жил один такой пожилой человек, и он имел около 40 соток земли, которые постоянно возделывал. Очень он любил заниматься землей. И в один не очень хороший день, так сказать, с человеком случилось несчастье, он получил инфаркт. И после этого врачи не рекомендовали ему заниматься физической работой. Но он так любил ухаживать за своими сотками, что просто не мог без этого жить. И тогда он придумал такой инструмент, который ему облегчит его физические нагрузки. И, возможно, что многие из вас уже им пользовались. Я, честно говорю, я впервые об этом инструменте узнала совсем недавно. Итак, этот инструмент состоит, вот как я уже сказала, из вот такого вот плоского, я даже не знаю, как его точно назвать, ну, пусть так будет называться он плоскорезом. Он заточен с трех сторон. То есть вот тут у него заточка. Он очень похож, можно сказать, что он немножко на косу. С этой стороны он заточен. И вот здесь вот острый кончик у него тоже заточен. Вот мы купили, на нем вот должно быть обязательно быть вот такое клеймо, потому что говорят, что очень много подделок. Именно вот на этом заводе производятся настоящие плоскорезы, которые и запатентованы. У него специальный черенок у плоскореза, он вот такой вот плоский, видите? Тут все продумано. И я, конечно, не могу сейчас вам показать все это на земле, как это все работает. Естественно, мы дождемся весны и все посмотрим, увидим. И мы еще что видим, что вот здесь вот у плоскореза специально сделаны две дырочки. То есть тут определенный наклон есть, который помогает вот именно сделать нам удобно под наш рост, как вам лучше, или сюда перенести вот эти клепки, крепеж, или вот здесь оставить, потому что он, конечно, должен быть человеку удобен. Мы не должны работать с нагнутой спиной. Спина должна быть практически ровная. И с помощью этого плоскореза мы сможем делать практически все садово-полевые работы. То есть им можно и рыхлить землю, и ее окучивать с помощью вот этих вот ножей. И можно пропалывать сорняки, убирать сорняки среди дорожек, вот между грядок. И многие-многие другие работы. Им можно делать луночки и также присыпать семена, которые мы рассыпем в эти луночки. Вот этот второй плоскорез, вот видите, он специальный, они так еще интересно выгнутые, да, вот такими вот немножко кривоватенько сделаны под специальным углом. И вот эти плоскорезы, их надо, конечно, разъединить и приобрести еще один такой же черенок, чтобы у меня был вот этот большой плоскорез на одном черенке и малый на другом черенке. Это я, конечно, сразу не узнала, когда была в магазине. Это вот я уже узнала, когда приехала домой и почитала, как говорится, все узнала в интернете.
Вот такой вот инструмент я приобрела. И будем надеяться, что он действительно поможет мне в дальнейшем в нашей вот жизни садово-полеводческой. Потому что, конечно, обрабатывать вот особенно от сорняков огород для меня, например, большая проблема. А тут, чем чаще мы будем срезать травку, тем она, значит, меньше будет расти, будет потихонечку она погибать в нашем огороде. Я вам рекомендую тоже приобрести такой инструмент, если он вас заинтересовал. Стоимость его была 445 рублей. Вот два инструмента именно в комплекте. Можно заказать его по интернету, но лично у нас в городе еще доставка 300 рублей. Вот на этом все. Я заканчиваю свой рассказ про такой интересный инструмент. И, конечно, вам предлагаю посмотреть на него в деле, когда начнется весна, и я буду активно им пропалывать свои грядки и свои другие места, которые зарастают у меня сорняками. Всем пока-пока, всем приятных моментов!